Дорогие друзья, я обращаюсь к специалистам, профессионалам своего дела, тем людям, которые помогают благоустраивать жизнь другим людям. Наш сайт «Искусство жить» создан для того, чтобы мы помогали людям разобраться в своей жизни, найти выход из тупиков, в конце концов создать комфорт в своей жизни. Так вот, нас читают тысячи людей. И вот вы, как специалист, наверное, востребованы здесь. А чтобы о вас узнали, мы вам предлагаем создать такой виртуальный офис-сайт, где в этом офисе будет информация о вас, о ваших услугах, о ваших умениях, контактные данные, может быть, какой-то прайс. Но мало того, вы можете писать мотивирующие статьи, где вы рассказываете о своих услугах, о том, что вы можете предложить нашим читателям. И люди, читая эти статьи, заходят к вам в виртуальный офис, сайт и обращаются к вам за помощью. Поэтому вам не нужно создавать какой-то свой личный сайт. Но если он создан, мы дадим ссылку на него. Не нужно его раскручивать, потому что наш вот этот проект раскручен, и его посещают тысячи людей. А если ваши статьи будут читать наши посетители, то это и та целевая аудитория, которая к вам обратится. Поэтому, друзья мои, давайте найдем общие точки соприкосновения. Вот здесь это не простая реклама о ваших услугах. Это объяснение и мотивация наших посетителей, чтобы они, начали менять свою жизнь к лучшему. А чтобы менять свою жизнь к лучшему, нужно обратиться к специалистам. Ведь много разных проблем возникает у того или иного человека. Разные обстоятельства мешают, создать комфортную жизнь. А другим людям, у кого все вроде бы хорошо, хочется куда-то путешествовать, купить какой-то автомобиль новый. Так вот, он должен знать, что такое путешествие, что такие новые товары. И, наверное, наше сотрудничество будет плодотворным. Вообще, пишите мне, предлагайте свои конструктивные идеи. Мы их услышим, мы их рассмотрим. Ждем вас на нашем проекте. И будем сотрудничать, и будем помогать людям научиться искусству достойной жизни. До связи, дорогие специалисты.